нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. В честь несгибаемых защитников. Только прибирай за собой потом. Пользоваться умеешь? Смешай парочку ингредиентов и посмотри, что будет дальше. Из пшеницы и лютика можно изготовить лечебное зелье, если ты еще не знаешь. Кстати, у нас есть множество ингредиентов на продажу. Землю нашу вернем. Давай утолим твой голод. Край родной, будем мы день за днем. Были кое-какие слухи. Мальчик из Виндхельма по имени Авентус Аретина пытался выслать темное братство. Тебе доводилось бывать в святилище Азуры? Говорят, его построили темные эльфы после бегства из Муравинда. Впечатляющее зрелище. Лукана из ривервудского торговца на днях обокрали. Странно, но муры почти ничего не взяли. У нас тут в Ривервуде вроде как любовный треугольник. Фендал и Свен оба увиваются за Камилой. До встречи. Так это ты тут все разнюхиваешь? Рассказывают, будто Ульфрик Буревестник сбежал от имперцев. Теперь война еще сильнее разгорится. Люди говорят, что на Хелген напал дракон. А как по мне, брехня. Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. Нам сюда, в Ривервуд, нечасто гости наведываются. Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Теперь из-за войны никто сюда не ходит. Большинство моих посетителей местные. Приходят отдохнуть после трудового дня. Могу ли я что-то для тебя сделать? Приятно вновь с тобой увидеться. Ну что ж, идем. Я прямо за тобой. Кроме того, это одна из первых песен, которые мне пустили. What do you want me to carry? Рагнар Рыжий! Жил-добыл Рагнар Рыжий героем, он слыл, как-то раз он в Альтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар Рыжий, как лютик, поник, он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь? Ты мед здесь наш пьешь, нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, Матильды воинственный дух пламенел. Что это ты двоишься? И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Да? Я тебя прикрою. What do you want me to carry? Веди.
Но кто-то должен что-то сделать. Я сказал нет. Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель, прошу прощения. Не знаю, что тебе там говорили, но Ривервудский торговец все еще открыт. Прошу, посмотри мои товары. В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Да, нас действительно обокрали. Хотя товаров на продажу у нас все равно полно. Воры забрали только одну вещь. Украшение из чистого золота. В форме драконьего когтя. Правда? Последние поставки обещают принести хорошую прибыль. Она твоя, если ты вернешь мне мой коготь. Теперь, если ты хочешь настичь этих воров, иди на ветреный пик. Да. Теперь тебе не нужно никуда идти, не так ли? Неужели? А я-то думала, нашему помощнику пригодится проводник. Что? Нет, я... Ладно. Именем восьмерых, ладно. Но только до окраины города. Нам нужно пересечь город и пройти по мосту, чтобы добраться до ветреного пика. Ее отсюда видно. Гора прямо над домами. Эти воры, должно быть, спятили, раз решили там спрятаться. В старых гробницах полно ловушек, троллей и еще боги знают чего. Почему они украли у Лукана только золотой коготь? В лавке полно вещей подороже. Лукан нашел коготь примерно через год после того, как открыл магазин. Он так и не рассказал, где его раздобыл. Умеет выкручиваться. Из города надо выйти по мосту. Дорога на северо-запад ведет в гору, прямо к ветреному пику. Думаю, мне надо возвращаться к брату. Он будет рвать и метать, если я задержусь. Такой ребенок.
какой-то звук. Предупреждаю. Уходи. Ни шагу больше. Я тебя предупреждаю. Уходи. Я тебя предупреждаю. Уходи. Я прямо за так. What do you want me to carry? Let's get...
Я прямо за... What do you want me to carry? Let's get going then. Темный эльф хочет идти вперед. Пусть идет. Нам же безопаснее. А что если Арвел не вернется? Я хочу получить свою долю. Заткнись и поглядывай вокруг. Thank you.
крошка. Отлично, чудище мертво. А теперь вытащи меня отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. Да, коготь. Я знаю, как он действует. Коготь отметен и дверь в зале легенд. Я знаю, как это все связано друг с другом. Помоги мне, и я все расскажу. Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норды. Благостное дыхание, Аркея. Спасибо тебе. Что-то подается, я чувствую. Дурак, зачем мне делиться сокровищами? Я прямо за тобой. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Тебе все еще что-то нужно от меня?
Я прямо за тобой. What do you want me to carry? Let's get going then.
Ой, что это? Я
Ты плохо себя чувствуешь? Чем скорее ты найдешь коготь, он у тебя? Ха-ха-ха, вот он! Странно. По-моему, раньше он был больше. Забавно, правда? Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Спасибо тебе большое за то, что позаботился об этих ворах. Ривервудский торговец снова стал таким же, как был. Да, немного того, немного сего. Ладно. Чувствуй себя как дома. Там был настоящий дракон? Хорошо снова оказаться среди друзей, а? Слушай, я тут залягу на некоторое время. Отсюда ты сможешь добраться до Солитьюда без меня. Я бы посоветовал тебе пойти в Вайтрам. Туда ведет эта дорога. А там сядешь на повозку и доедешь до Солитьюда. Знаешь что? Я вообще-то обручена. Так что даже и не думай.